Гиенна. Здравствуйте, мои дорогие! Я дед Еремий. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Иисуса Христа, Господа нашего. А знаете ли вы, что понимается под словом «гиенна»? Гиенна в историческом смысле – долина на юге Иерусалима, где в период израильской монархии приносили детей в жертву Молоху, и которое впоследствии было превращено в свалку, место нечистот. В святоотеческом богословии гиена определяется как место мучения дьявола и всех людей, неправедно живших и не поверивших во Христа, то есть синоним ада. Есть мнение, что Господь использовал образ гиены огненной преимущественно в профилактическом, воспитательном значении, чтобы пробудить совесть человека, внушить ему страх перед гневом небесного судьи. Именно в этом смысле угрозу гиены Христос в Нагорной проповеди адресовал своим ученикам в случае их презрительного отношения к своим братьям. Вот так вот, дорогие мои. И помните, мир освещается солнцем, а человек – знанием. Да храни вас Бог!